Всем привет! Ну, постоянные мои зрители знают, что я поставил себе SSD-накопитель в качестве системного. Да, компьютер грузится, конечно, намного быстрее, работать на нем, естественно, комфортней. На скорость приложения это, естественно, не влияет, но на общий отклик системы это, конечно, влияет в лучшую сторону. Вот такой вот винт у меня стоит, для тех, кто не знает, Silicon Power SSD, модель S60, это ультратонкая серия. Ну вот обратную сторону вам покажу, вот тут более подробно. То есть 120 гигабайт. И давайте посмотрим, что нам о нем говорит фирма-изготовитель. Вот модель S60, я сейчас на сайте Silicon Power. Тут очень красиво все расписано, описание откроем. Высокая скорость передачи данных 550 мегабайт в секунду, это максимальная скорость чтения, и 500 мегабайт в секунду скорость записи. Откроем технические характеристики, и мы видим то же самое. Значит, ну вот, если сравнивать Crystal DiskMark, они советуют, мы используем там Crystal DiskMark 1000 мегабайт 5 циклов, и у них получается 520 мегабайт в секунду скорость чтения и скорость записи 460 мегабайт в секунду. Ну давайте посмотрим, правильно ли это, верно ли это они написали, либо все-таки они тут врут нам. Давайте запустим Crystal DiskMark, так как они и нам и советуют. Вот у меня есть. Я специально скачал самую последнюю версию на сегодняшний день. Это 5.1.0. Windows у меня X64, поэтому 64. Как они пишут, 5 циклов и 1000 мегабайт. Вот 1 гигабайт. Все, вот это системный диск у меня, именно он, Silicon Power, SSD. Ну и давайте запустим. Вот у нас пошел тест. Вот здесь сейчас все будет писаться. Что наделать? Я, наверное, сейчас все-таки, ну, обрезать не буду, просто сделаю его быстрее, для того, чтобы вам не пришлось долго ждать. Ну и потом посмотрим на результаты этого теста. Ну вот, тест остановился. Как видите, циферки совсем не те, вот мы видим, которые тут указаны. Но скажу сразу, что эти цифры чуть-чуть занижены, потому что сейчас у меня одновременно идет запись с экрана. И, ну вот, давайте я вам сейчас покажу. Итак, что мы видим? Результаты вот теста, когда никакие сторонние приложения, посторонние, другие, вообще любые приложения не работали у нас. Итак, смотрим. Заявлена скорость чтения 520, имеем 535. Ну, даже выше, чем нам заявили. Но скорость записи заявили 460, а мы видим 162,9. Ну, 163 пусть будет, да? То есть, ну, я считаю это обманом. Я считаю, что фирма Silicon Power нас обманула. Потому что мы, выбирая винчестер быстрый, смотрим на одни циферки, а реально получаем совершенно другие. При этом, ну, чтобы не было лишних вопросов, винчестер у нас подключен, естественно, через интерфейс SATA 3. Не SATA 2, а SATA 3. Это понятно. Ну, вот так вот. Вот такие вот результаты и красивая рекламка. Ну, по факту совершенно другое. Вот так фирма Silicon Power нас обманывает. Все, всем пока. До новых встреч.